Исполнение областного бюджета за первый квартал текущего года рассмотрено на заседании регионального правительства. С начала года в Тверской области зафиксирован рост доходов по большинству видов налогов. Подробнее в нашем следующем сюжете. В 2019 году доходы областного бюджета составили более 66 миллиардов рублей, что на 11% выше показателя 2018 года. Расходы областного бюджета обеспечены в объеме 62 миллиардов рублей. Таким образом, профицит бюджета в 2019 году превысил 4 миллиарда рублей. И как подчеркнул Игорь Рудени во время общения с журналистами по завершении заседания, в большей степени это заслуга предпринимателей Верхневолжья, которые в сложившихся условиях не снизили объемы производства и не сократили численность работников. У нас достаточно стабильно сохранилось исполнение бюджета, в том числе и по доходной части. Мы видим, что подоходный налог у нас находится на стабильном уровне. Это означает, что и то, что сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и то, что мы обращались к нашим предпринимателям, постарались максимально их поддержать, увидели взаимность, и не снижение численности занятых в экономике дало возможность сохранить наш бюджет на достаточно хорошем, уверенном уровне. Основные направления расходов бюджета связаны с развитием образования, здравоохранения, социальной защиты населения, а также дорожного и транспортного комплекса Верхневолжья. По итогам прошлого года проведены ремонтные работы в 66 учреждениях здравоохранения. Отремонтировано 182 школы, 34 детских сада, приобретено 72 автомобиля и автобуса для школ и социальных учреждений. Нормативное состояние приведено 356 километров региональных и муниципальных дорог. Государственный долг Тверской области в 2019 году снизился более чем на 1,4 миллиарда рублей и на 1 января 2020 года составил 23,2 миллиарда рублей. Также на заседании областного правительства рассмотрели меры поддержки многодетных семей с невысоким уровнем дохода. Они получат средства из регионального бюджета на улучшение жилищных условий. Нами сегодня рассмотрена программа. 19 муниципальных образований, 26 семей в этом году улучшат свои жилищные условия. На это направляется порядка 40 миллионов рублей из нашего бюджета. Хотим в течение ближайших двух, максимум трех лет постараться закрыть ту очередь, которая образовалась в течение предыдущего периода. Поддержка оказывается семьям, где воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет, которые стоят на учете как нуждающиеся в жилых помещениях. Для участия в программе семья должна проживать на территории Тверской области не менее 5 лет.